Сколько же тут дверей? Какую выбрать? Ладно, пойду туда. Спектакль «Открытая дверь» – первая инклюзивная постановка. История о тех, кто боится общения с особенными людьми. Именно они на сцене оказываются главными героями. О, Леша, привет! Я рад, очень рад тебя видеть тебя. Учились в этом проекте все – и воспитанники центра, и волонтеры. В необходимости воплощения идеи, говорят, убедились на первых репетициях. Да, они, конечно, счастливы побывать на сцене, знать, что их видят, знать, что их там любят, знать, что их там принимают, такими, какими они есть. В спектакле участвовало 40 человек. Сценарий писали волонтеры. Они же и работали с детьми, помогали перебороть страх выступлений перед зрителями. Все это просто необходимо. И хотелось бы, чтобы как можно больше молодых людей принимали участие в таких проектах, особенно в рамках года волонтера. Подготовка заняла полгода. За это время волонтерское движение увеличилось в 2 раза. К нему присоединились ученики 8 школ. Они хотят рассказать свою историю, свое видение на то, какой мир особенных детей. Этот спектакль, возможно, для кого-то разрушит стереотипы по отношению к особенным людям или поможет приблизиться к волонтерской деятельности. Осложнялась работа и массовостью. Новая практика уже получила продолжение. Волонтеры взялись за сценарий следующего спектакля – инклюзивную постановку для незрячих людей. Проект называется «Слушаем живопись», где благодаря аудиотактильному спектаклю мы попробуем рассказать слепым людям о том, что хотел нарисовать художник. Ксения Туркова, Эдуард Чернаускас, телеканал «Первый областной».